Мы находимся в Баку уже вторую неделю и начали забывать, как выглядит наш родной город. Сегодня мы спросим у местных жителей, что они знают о Саратове, хотя, скорее всего, они о нашем городе не знают ничего. Ну, о культуре верхней, о субкультурах там. Ну, а что там? Говорит, в Саратове воздух такой. Тет солнца, воздух и вода. Сам близкие друзья. Я любит Саратов и матерняя земля. И то, что я знаю о Саратове, не надо сейчас говорить. А, да, это что-то нехорошее. Да. Да? Я лучше промолчу. О Саратове что-то знаете? Слышал. Что слышал? Ну, какая-то компания, не знаю, там что. Компания? Это что там? Там, кажется, казаки жили одно время, да? Или нет? Нет. Саратов, да, да, точно. Точно? Но у меня есть друзья, они родом оттуда, они именно казаки. Мы увидели чуваков с книжками, по-любому они умные, начитанные, и знают что-то о Саратове. Пойдемте спросим у них. Они, правда, делают фотографию, но я не думаю, что мы им помешаем. О! А можно вам пару вопросов задать? Вы знаете что-то о Саратове? По-русски не знаю. Не знаете? Вы по-русски не говорите? О, как жалко. Наши опасения подтвердились. В Баку ничего не знают о Саратове. В Саратове ничего не знают о постмодернизме. Поэтому мы вернемся в наш город и расскажем вам об этом. Ждите следующее видео ровно через неделю. Всем пока.